Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Синич и Римас, и мы продолжаем свое выживание на основном сервере, да, Синич? Привет, ребят! Криша, да. Блядь! Криша! Гриша, ты прям так сексуально сел, прям вообще... Ну? Ну? Как гопник, блядь! Главное, чтобы он не вставал! Потому что у меня каждый раз инфаркт! Будь ожидание чуда! Ребят, это у нас родильный дом. Вот-вот должен вылупиться новый член нашего трайба. Семки закончились, вот сидим, скучаем. Понятно. Это аргентавис, это яйцо аргентависа. Вот-вот он должен вылупиться. Давайте понаблюдаем. В общем, где мы находимся? Мы находимся, ребята, на основной базе. Это не зимний биом. Это у нас база, находящаяся Италия, да? По-местному. Да, Синч? Как правильно сказать? Да, да, да. Ну, возле Италии. А, возле Италии. Там, на повороте, да. И это наш родильный дом. Смотрите, как он выглядит снаружи. То есть, это Лена все сделала. Это у нас наш член трайба. Елена ее зовут. То есть, она здесь разводит всякие яйца. И додошки, шмодошки, короче, вот эти вот все. Они тут, короче, туда-сюда, обратно, всем приятно. В общем, потом вылупляются всякие новые динозавры, птички и тому подобное. Так, ну что ж, главное, Синь, главное по яичкам. Не, ну Гриша, конечно, вообще. Главное, не давай ему встать. Он как не надо. Вера сердючка, ёпта. Короче, видео не про аргентайс. Что у тебя в руке? Мой волшебный посох. Не говори нам, что ты это делаешь. Пластмассовый меч, игрушка тебе такой. Я феечка Винкс. Как он так его нарисовал? Так, ладно, ну чё он? Чё он там, скоро не вылупится? Лен, что надо сделать, Гриша? Гриша, не хочу на тебя смотреть, я не могу. Лен, что надо сделать, когда вылупится? Скажи, пожалуйста, по очередности. Надо взять мясо, так. Покормить птица, да. Вот, и, наверное, часа два или три будешь кормить внутри. То есть, вот. надо сначала нужно заклеймить его. Кормить сам с кормушки. Да-да-да. Ну, часа два это точно будет. А, изначально его заклеймить надо будет, да? Да, изначально он будет ничейный. Так, понятно. И сколько их появится, это тоже вопрос. Их может появиться 7 штук, а то и больше. Да ладно, даже не один, да, а где-то несколько штук, да, могут появиться. Нам может и все 7. Ну это прям как random.org, ёптать. Ну. Так, а вот имена их родителей. Ну, так как имена написаны на русском языке, то здесь квадратики, да, получается? То есть 77 и 72. Я их озвучу. Кто? Черный властелин. И черная королева. Ага, понятно. И да, ребята, смотрите. Вот у нас здесь стоят кондиционеры. Они делают такую благоприятную атмосферу для вот таких вот... Так, да, ну готовься. Они специально поставили. Да, да, да. Мясо, конечно, так. Тут и печки, и мясо кондиционеры. Взял? Это все специально, да, мясо взял. Для яиц поставлено. Ну вот, сейчас скоро вылупится. Да, совсем чуть-чуть момент осталось. Момент вылупления, кстати. Да, да, да. Да, так-то надо отойти, чтобы это... Это мясо. Там такой мини-взрыв. Тут, блин, это место специально, вот где мы тут разводим всяких вот младенцев, можно сказать, да? Питомчиков, во, питомник, ёптать, точно. Так, один горел здесь, другой здесь. Ну что, ждем. Вот-вот должен уже вылупиться, по идее. 3 часа примерно оно вылуплялось. Бедный птенец. Вылуплялось. Они вылупятся, и первое, что они увидят, это ужас. Все, смотрите, ну, наверное, минуты. Готовность полная. До какой-то игры. Секунд 30 осталось. Да, 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 его мамой назовут. Там вообще чуть-чуть осталось. Представь, если они его мамой назовут. Сейчас бэбик вылезет. Ну давай! Ну! Сейчас вылетит птичка в прямом смысле этого слова. Да, да. И они будут маленькие-маленькие, да? Они будут очень маленькие, меньше яйца. Опа! Опа! Один. Есть. Так, нормально. Какой мясо уровень получился? 169. Неплохо.
Отлично. И сразу мясо. Сразу мясо кидай. Сразу. Кидаю. 5 кинул. Так, а где он? Клайм, клайм, что-то я не вижу. Все, он за тобой, за клеймом. Все нормально. Осталось только мясо кидать. Ага. Ну, кидаем. Ну что ж, ребят, будем... И сколько времени надо за ним следить, Лен? Ну, часа два это 100%. Охереть. Часа два-три. И кормить его с руки. Пока он не начнет, уже кормиться сам. Слушай, такой маленький, красивый, да? Смотри. Ага, тебе, Лен, что-то плохо слышно. Я вам сырое мясо. А именно сырое мясо, да, надо ложить? Да, да, да. Они предпочитают сырое мясо кушать. Ну, прикольно. Ну что ж, ребят, вот так вот это дело выглядит. То есть нам придется... Видите, как ХП у него пропадает сразу. Нам надо докидывать мясо. И чем больше он становится, ну, я имею в виду, вырастает еще больше, больше, больше становится, тем больше мясо вмещается в него. То есть в течение 2-3 часов нам надо следить за ним. Видишь, он только 5 кусков мяса может себе взять. Да, постепенно да, да. У него будет увеличиваться вес, и он будет уже больше брать мясо. Естественно, это будет больше времени. То есть за ним надо следить, реально следить. То есть сам, как кормить, как говорится, прям буквально из рук, да? Да, да, да. Да, да, да. Прикольно. 80-й уровень, ребята. 80-й уровень. Что-то 5 кусков было, сейчас 4, что-то 5 кусок я не могу. А вот 4 куска. А, 4, да? 4 куска. Наверное, еще не влазит. Да, да. Ну, кушает, пусть кушает. Лен, ты тоже есть что, следи за ним, смотри. А вот его родители, походу, да? Ух ты, да. Это его мамаша. Это его мама, и он полностью цветом похож на нее, поэтому я ее и привел. Да, кстати, один в один. Да, кстати, смотри, как сильно. Чтобы посмотрели, то есть она точно сейчас я ее поверну. А уходи за мной не будет, да, пока? Будет, только лучше не ходить. Кушай, кушай, мой мальчик, кушай, кушай, мой хороший. Он будет ходить, только нужно ли это? Короче, если просто упустил момент, да, если он проголодается и это дело затянется, то он может просто-напросто погибнуть, да? Да. Да, потому что у него ХП очень мало сейчас. Да, девочка. А, это она, значит, да. И так вот постепенно она будет набирать количество веса и количество ХП. Сейчас вот ХП у нее очень мало, то есть потом больше будет. То сейчас у нее она красная, по идее, если бы она была большой птицей. Угу. Ну, мясо уже 5. Короче, ну чё, будем дежурить. И надо набирать больше. Да, то есть дальше будет 10 и так далее, и так далее. А дальше она будет есть сама с кормушки, надо будет нагружать кормушку. Сейчас еще секунд 10, сырого мяса заготовили, и можно будет 2000, поэтому хватит. Смотри, прям видно, как у нее на глазах вес растет. Да. 553, подожди, смотри. Вес 553 получается, да? Ленка, отползи слегка. О, уже 6 кусков. Вмещается. Да, да, да. Да, он будет постепенно. Вот прям где мясо лежит, смотри, так мама на него смотрит. Максимально стимус вырастает. Да, да, мама посмотрит прям. Ну-ка. Для сравнения статов можно привести и папу, если это понадобится. Папа пусть отдыхает, поработал. Кстати, хорошо. Смотри, по статам у нее выносливость. Ну, сравните размеры. Да, мама и детеныш. Жесть, она меньше яйца детеныш. Кстати, выносливость такая средняя получилась. А вот мелидамага много. О, уже 7 кусков. Мелидамаг в папу, выносливость в маму. Еда в маму, ХП в папу. Угу. Ну жаль, что один. Жаль, что один появился, конечно. Ну ладно, что теперь, будем еще разводить. А как они там шпили-вили, прям, вы их где-то закрывали, что ли, или как они вообще размножались? Они прямо в загоне, они размножились там, а яйцо я уже занес в родильный кабинет и выжил. Угу. И я уже, в принципе, ребятам говорил, что надо создавать такую благоприятную, да, как говорится, погодную, ну, температуру, что стандартную, а это именно вот возле наших кондиционеров, да, получается?
Да, но можно и у костров. Ну, да, да. Бывает ситуация, то, что ему будет жарко без костров, и тогда нужно искать маленький водоем, потому что в море его кидать нельзя. Угу. Ну, что самый оптимальный типа вариант — это вот такие кондиционеры, да, электрические? Кондиционеры, да, это... и есть яйца, которые требуют больше температуры, поэтому стоят здесь печи еще. Плюс можно по необходимости там же поставить. Может, тут гнилое мясо, блин, но набралось тоже. О, уже 9 кусков. Ну, в общем, ребята, вот так вот. Да, он будет в геометрической прогрессии увеличиваться. Я не могу на Гришу смотреть, твою мать. Под расчетом реального времени постепенно будет увеличиваться. Это что-то не. Это что-то с чем-то. Ты вообще как-то рисовал. Когда сидит. Когда сидит, еще не так страшно. Самир, все нормально, повел за собой птенца. Все, все, все нормально, я уже отцепил его. Блин, Гриша, конечно, это что-то с чем-то. Ну а почему? Я тоже хочу быть секси, как Лена. Ты как сутенер, блядь, выглядишь, Гриша. Теперь я тоже секси. На 10 Ленами. Ой, блин, угар вообще, жесть. О, уже 11 кусков. Ну что ж, ребят, этот, следите. Мясо сейчас положу в холодильник обратно. Ну, конечно. Я это скоро подойду. Покажу нашу базу. Он будет сидеть. Увеличиваться в размерах, когда пошли. Увеличивается. Да, 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 он будет расти. Кстати, да. Птеры тоже, помнишь, мы еще волков разводили, да, Лен, помнишь? Да, волков разводили. Да, 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 да. Там волчата просто, прям такие, прям. Вот, блин, когда медведи введут, медведей надо тоже поразводить. Посмотри, как они выглядят маленькие. Маленькие рексы — это вообще очень милые. О, рексы, да. Долго вообще растить. Там, да, рексы очень долго. Особенно хай-ливелов, наверное, тоже влияет, да, на это дело? Да, да, да. Нет, но я не заметил, что левел влиял. А если их еще вылупится несколько штук? Да, да, да. Если бы сейчас вылупилось 3 аргентавиуса, тупо бы мяса не хватило. Так вот для чего ты меч засал. Для чего? Уже 12 кусков. Если бы вылупилось больше, он бы там парочку чикнул. Не, ну это, конечно, что-то с чем-то. Так, 13 уже кусков. Ну что, ребят, давайте удачи, мы тогда пойдем прогуляемся по базе. Давай, тогда увеличится, ага. Подходите. Так, Сень, у меня есть к тебе предложение. Да. Бери какого-нибудь питомца, ну я имею в виду этого динозавра, пойдем попугаем. Пообщаемся с внешним миром. У меня есть идея. Сейчас одна идея есть такая, смотри. Да, бери большого какого-то. Взять? Бери его, спинозавра бери. Вот, да, спина возьму, который не подписан. Угу. То за второго меня Джефферс будет карать. Так, сейчас я посмотрю, что у него по слотам. Так, что-то я застрял. Ну, так, ага, пойдет. Застрял. Закроешь, да, за собой? Я за собой закрою. Охереть, тут всякого добра, охереть. Полная жесть. Тут мясо сколько у него этого рекса. Походу, кто-то знатно пофармил. Так, закроешь, да, Си? Ну, приходится. Ребята, это рекс. Это Рекс. Так, ну что, пойдем. Каким кепок найдем, поугараем. Ну, убивать не будем, Сень, просто потрещим. Хорошо? Хорошо. Только ты имей в виду, что ты когда мимо них на шип бегаешь, что ты их тупо раздавить можешь. А, да, кстати, спасибо, что предупредил, а то сейчас бомбило бы жесть. Это я выходил на бронтозавре собирать травку. За ягодами. В итоге я сломал три домика, человек 5 убил. Сходил за ягодами. Кстати, там луч опустился, надо к лучу подойти, посмотреть, что там. А это белый луч, там ничего хорошего. А у тебя не орёт, да, эта спина? Спина, кстати, нет, тоже быстро бегает, да? А, спин быстрее Рекса, по идее. Дольше, вернее, бежать может. Ну, он по воде еще... Вот так хайтерочка отложил только что. Он по воде хорошо тоже, да, работает. Я, у играет, него по воде даже выносливость включается. Ну-ка, посмотри-ка. Покажи, как по воде. Сейчас. Кстати, там... Только мелковато здесь. Там смотри себе, какая-то хибарка. Вот справа тебя глубина начинает, смотри.
Вот я бегу, ну, справа, стоп, от, да, меня. Пошли. Сейчас он у меня подустал малость. Там дельфин. Да, и фиг бы с ним. Вот просто ваншот. У меня как раз мясо. У меня возьмешь? Ух ты, как быстро плавает-то, а. Че, ломает, да, эти... А, деревянная постройка ломает, смотри. Конечно, ломает, да, ломает, ломает. Ну, я так понимаю, эта постройка ничья. А, единственное, про этот... Разница еще... То есть, спинозавр, он бьет и хвостом тоже, он охватывает... Я думаю, он 360 градусов бьет, да? Дамаг дает, раздает. А, слушай, вот насчет хвоста я не уверен, не знаю, честно. Ну смотри, вот он нет. Хвостом реально, нет, он хвостом реально бьет. А не, ну это он просто машет, а по-моему бьет он только перед собой. Давай, давай проверим, вот, вот на этого. Вот просто хвостом задом подойди к нему и попробуй его ударить. Окей, сейчас. Так, мясо покушаю. Так, подойди сзади. Бей. Вон, ему а, нет, ты прав. Да, или только что? Перед собой. Не-не, не бьет, собой, не, да? Бьет. А я, знаешь, пофикси, потому что я помню, кто-то мне говорил, что он один на один вышел, то есть он был на Рексе, тот был на спине. И тот как-то вот, как-то разворачивался задом, он на Рексе его пытался догнать, и он его продамажил сзади. А, это когда по кругу бегаешь, и иногда бывает, что у тебя ты камеру сильно выворачиваешь, и срабатывает, что он угу. кусает практически назад, но голова в ту сторону повернута. Так, пойдем, там луч опустился, может быть там что-то интересное. Хотя белый луч, но бацкий, да, вроде бы. Да, там, ну, с, там единственное, ресурсы могут какие-то быть, ну, и то вряд ли. Блин, а, ну мне... чисто теоретически ты можешь там найти какой-нибудь рецепт на какой-нибудь синий топор каменный. О, это было бы прекрасно. Топор синий каменный. Так, костер, спальник, ягоды. Ну, короче, для бомжей. И мясо. Ну, и этот... А, какого? Спарк. А, ну что, да, джентльменский набор. Поспать, побухать. Погреться у костра. Ладно, давай каким бомжей найдем, поугаряем на ним. Пошли. Там человек на птире, что ли, или что это? Да, это на трайке, чувак. Не, на птире. Вот-вот. И на птире, и на трайке вон сзади. А, да-да. Привет, ребят! Привет! Здорово, пацаны! Здорово! Это синий тамим. Молодцы! Кого тамите? Это, раптора. А-а-а, мяса там надо? Не хватает. Давайте дам. Сейчас, минуту. Ну, да, если есть возможность такая. Не отказались. Конечно, сейчас минут, у меня очень много этого мяса. Ловите, ребят. О, спасибо. Только аккуратненько отходи, чтобы не зацепить автора. Да, 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 да. Мы здесь с вами соседями. Да? Вы где обосновались? А вот чуть подальше туда, там увидят. Если пойдете туда, вот. Че, какого уровня, кстати? Наркоты хватает? Да я. А, мы люди мирные, мы жентоводством занимаемся, растеневодством. Ну понятно, ну молодцы. Хорошо, ну, я, в принципе, я вижу, ну, наркоты. Мы, я не думаю, стараемся хватит. Как-то вывать. Понятно. Никто не обижает, ничего не этот. Никто не наезжал? Нет, так вот, ну вот животных наш, конечно, вот кто-то уже замучились. Смысле, приучать, блин, мы растеневодством пробуем, да, просто хотим попробовать, как это дело, там, растения всякие, эти, морковку, картошку, как получится, нет? Ну, что-то, животных, конечно, кто-то у нас ночью приходим, вроде томим, у нас безвредные же, которые, это самое, в основном животные-то, вот, и, блин, что они им помешали, блин, как заходим, блин, а у вас, блин, этот, на базе, что, этого нет, укрытого, там, загона? А все мы поставили сегодня, да, мы как-то уже, мы уж не думали, что уж безопасных-то животных-то, что трогать-то будут-то. Ну, конечно. Ну, вот, который там камень добывает, такие. Мы, короче, накрыли сегодня. Вот. Ну да, если что, ребят, пишите в локале, если я буду в онлайне, если что-то нужна помощь, говорите, хорошо? Ага, хорошо, спасибо тебе. Давай, если что, там спасибо за мясо, давайте сейчас. Хватает мяса, да?
Да, ага. Хватает, спасибо. Тут не на одного раптора. Ну, надеюсь. Ну ладно, ребят, давайте, удачи. Ага, удачи. Давай вам так. Давайте, ага. Так, ну что, Синич? Что, дальше идем? Да нет, давайте завершим. Ну что, ребят, показали вам, как влупляются новые птенчики. Петушки маленькие. Ну, я аргентавец с петухами называю. Блин, темнота вообще сплошная, да, Синь, смотри. Туман, туман. Ну, во-первых, ночь еще и туман. Ну. Так что смотри, что там. Смотри, я специально в воду иду, чтобы быстрее там. Ну, я хорошо по воде бегаю, но здесь, в принципе, мелко. Ну что ж, ребят, с вами был Синич, Римас. Надеюсь, это видео поможет вам, как правильно разводить. То есть для этого нужно, в принципе, Синич, правильное здание построить. Самое главное, это погода, температура. Такая, знаете, нормальная. Если вы уже вышли в такие вот, типа, дела, типа, как железо, то постройте генератор, постройте себе, поставьте этот кондиционер, и все. Ну и разводите. Птенчиков всяких, динозавриков, рексов. Рексов, кстати, надо будет поразводить потом, да? Ну, посмотреть точно можно, а вот насчет получится развести или нет, там довольно сложно. Ну, попробовать-то стоит. С вами был Синич и Римас. Всем удачи. Пока.